В недавней аварии на шахте Казахстанской мало наказать виновных. Депутаты фракции МАНА требуют от ArcelorMittal Темиртау исполнения инвестиционных обязательств в полной мере. Напомню, по результатам расследования правительственной комиссии в орбите уголовного преследования оказались 28 человек. И лица, принимавшие преступные решения, должны быть наказаны в разы строже подневольных исполнителей, подчеркивают депутаты. Они решили, что могут сэкономить, закупив неподходящее оборудование, не соблюдая все технические требования при добыче угля. Если бы не чья-то жадность, то Стешин, Халиков, Бургун, Слюньков и Старовойт были бы живы. Никто. Особенно это касается руководителей предприятия, в том числе и иностранных менеджеров, не должен быть выведен из орбиты уголовного преследования.